Вау! Добрый вечер. Это что, Липовая долина? Добрый вечер. Да, Липовая долина. Как дела у вас там в Липовой долине? Липы растут? Да. Здорово. Чем занимаетесь? Ботоксом? Девушка, у меня свои губы. Ты еще добавил, да? Да самую малость. Так, капельку, чтобы только быть в форме. Не хочу выходить из игры, Дэнни. Если вам завидно, то, ну, это что такое? Почему? Почему это ботокс? Почему завидно? Почему я рада, это... у вас красивые к чему? Губы. К чему эти тупые вопросы? Объясните. А расскажите, пожалуйста, умные вопросы какие-то можете задать? Какие вот вы обычно задаете? У вас в России все такие страшные? А, слилась, да? То есть, получается, все понятно. Сливаться ты профессионально умеешь. Вопрос про губы тупой. А какой умный, ты не знаешь. Можно просто обзываться. Ну, молодец, красиво сделала. Ты хочешь большие губы? Если бы я хотела, я бы сделала. А так вот эта штучка реально их визуально увеличивает. Ну, может, у тебя денег нет, чтобы сделать вот на такие штучки есть. Умный разговор. Нету. Вау! Дальше? Или это все? Ну, ты же задаешь мне вопросы. Как это? Ты уже все забыла, зая, ебать, какая ты тупая. Ты сказала то, что я задала очень глупый вопрос, и что есть какие-то умные вопросы, но так ни одного от тебя не услышала. Давай, старайся. Или... Дубль два? Давай по новой, Миша, все хуйня. Да. Это ты так говоришь своему престарелому папику, когда у него не встает, и ты такая, не расстраивайся, постарайся, дубль два. Или что? Дед? Это тоже, да? А это уже твой парень, папик отвечает. Ты охуенный. Да. С вашей стороны. С вашей людей. Давай, продолжай. Я буду продолжать всех вас уничтожать. Обсеришься, тричи. Я уже покакала сегодня два раза. У меня был понос. Я просто, ну, спала, и мне приснилось, что мы с тобой встретимся. И я обкакалась прямо лежа в кровати, жидко. Молодец. Ну, разве это хорошо? Молодец. Ну и что? Не знаю.